Доброе утро, друзья. Сейчас буду убирать. Я сначала у всех убираю, а сейчас вообще потеплело сильно, так нужно прям первым делом все убирать, а только потом кормить, потому что вот этот запах аммиака, как бы, хоть я убираю два раза в день, все равно, пока не уберешь, можно сказать, дышать нечем. Вот на самом деле, при том, что все окна открыты, а перепелки тут мне такого наделали. Угу. Да? Оно уже начало греться, подстилка у них толстая. Кыш. Им-то, конечно, весело, а мне не очень. Угу. Кыш. Так. Кыш-кыш. Давай так, а? Кыш. Хочется их как можно быстрее вернуть в клетку. Я непривычный так. Угу. Еще и водичку в конце немножко разлили. Весело им, видите ли. А мне не очень. Кыш. Кыш, валенки. О. Кыш. Угу. Так. Никто не курлыкал, ну я имею в виду самцы. Потому что мне кажется, что уже поют тут настолько музыкально, что не расходимся. А! У меня побег устроили, перепела. Очень, очень хорошо, Кыш. О! Кыш! Какое-то мучение. Тихо. Тихо, молодежь. Забираю воду. Кыш. Опачки. Да,
Ну куда вы убегаете? Назад. Назад. Вот какая помощница перепелочка. Так, вы тут не ушиблись, друзья? Это не я, это они. Знаете, я вам специально хочу это показать, чтобы вы перестали мне писать, что ой, какая красота, это так удобно. Не знаю, кому это удобно, но как бы загон закрытый, тут дышать нечем. В клетке они сидят, клетка со всех сторон в сетке открытая, то есть вообще красота. То есть мне кажется, в клетке перепелам даже лучше. Слышь, а тут не уберешь? Или нужно по 5 перепелок держать в таком загоне? Так зачем тогда эти перепелки нужны? Я не понимаю. Кыш. Тихо. Тихо. Я бы уже 5 клеток почистил. А тут из 3 клеток перепелов. Перепелки там что-то клацают уже в телефоне. Перепелка клацает, клюет экран. Ну а поросята, как всегда, сразу, как только я начинаю разговаривать, они сразу все лезут одновременно в кормушку. Голодают бедные. О, слышали? Самец уже булькает. Угу. Не купаться тут мне. Так смешно, стоит перепелка и клюет экран. С уборкой. Не выходим. Не выходим назад. Ну что это такое? Сбежала курица.
кыш, на место, чтобы не задавить. Купаются у меня тут, кыш. Давайте, молодежь, совсем скоро переведу вас, и вы будете яйцо нести. Совсем чуть-чуть осталось. Буквально надеюсь, что дней через 10 начнут пробрасывать яйцо. Но я думаю, что это они уже будут делать в клетке. Да, кыш? Вот. Какая скоростной. Назад. Долго я вас тут буду ловить. Назад. Назад. Оп. Они вас не уронили, вроде нет. О, пока.
свеженькие опилочки сразу купаются, это им весело. Ну, пошел выносить, пока сидят не в клетке. Клетке это я заниматься не планирую. А тут в огороде все равно я убираю то этим, то гусям кидаю, то... Ой, сбежала. Сбежала то гусям, то курам. Ну вот так. Все. Уже легче. Сейчас поубираю у свиней и буду кормить, потому что кэш-кэш тоже вот понагаживали. И эти, видите, как, ой, не видно. Аккуратно возле выхода, что эти, прям красота. Ну, вот такие вот дела. Не знаю, будут клевать, не будут, но принес. Все, свиней только это разнервировал. Фух. Конечно, да, вы скажете, ой, 15 минут. Да, 15 минут, но 15 минут неудобных орачки вот там лазить, как бы, мне не нравится. Сейчас вот так, смотрите, взял, где она, подошел к перепелочкам за 20 секунд. Лоток счистил. Ну вот я вам серьезно говорю, это не потому, что я там выдумываю, вот так, раз, вычистил, хоп, 3 секунды, 5 лопат за день. И все, опилочками притрусил, и готово. И точно так же, вот и все. Сейчас раз, изо всех клеток прошел, ведро навоза собрал, и все. И свежий воздух сразу в помещении, потому что помет выделяет аммиак. И как бы и перепелочкам хорошо, и мне тут приятно работать, потому что летом это, конечно, капец какой, именно из-за запаха. Все, и еще, знаете, наверное, нужно посмотреть в интернете вентилятор на, ну что, ну как бы на окно, вытяжку. Одну раму снять и приделать именно вытяжку, чтобы не нагонял сюда он воздух, а вытягивал отсюда. Окна будут открытые, и в окна будет идти минимальный поток, а не будет вот этого тут гонять ветра. А отсюда будет неприятный запах, ну вот такой аммиачный, вытягивать. Нужно посмотреть в интернете, что-нибудь, какой-нибудь такой мощный вентилятор, ну и заказать. А пока всем большое спасибо за просмотр. Хотел это показать, ну вот и показал. Ну и всем пока-пока.